Отставку Александра Попатенко сегодня официально подтвердили в Челябинской мэрии. Евгений Тевтелев сообщил, что начальник управления гражданской защиты написал заявление об уходе по собственному желанию и после отпуска на работу не вернется. Тем временем Попатенко сейчас активно занимаются силовики. Он все взвесил, все обстоятельства, принял решение, написал заявление на отпуск с последующим увольнением. С возбуждением уголовного дела, вероятно, и связано увольнение Александра Попатенко. В превышении служебных полномочий его обвинили еще в октябре прошлого года. Согласно материалам дела, чиновник заключил с коммерческой компанией договор о совместном содержании городского пляжа, того, что расположен на берегу Шершневского водохранилища. Однако в документе не были прописаны платежи за пользование земельным участком. Ущерб бюджету, по данным следствия, составил 614 тысяч рублей. Кроме того, по версии прокуратуры, управление гражданской защиты, где и работал Попатенко, вообще не имела права заключать такие контракты и передавать муниципальную землю в безвозмездное пользование.